Здесь в ряд вот танки стоят, начиная с 55-ки, заканчивая 62-ки. Вот. Вот это классическая Т-55 58-го года. Вот девушка там сидит. Вот, в 58-м году их приняли на вооружение, это 55-ки. В свое время это был танк-прорыв, так скажем. Потому что на нем впервые в мире установлена противоатомная защита. Вот. А еще, естественно, у него пушка стабилизирована в обоих плоскостях. Это вот прицел, кстати, стоит там сверху на стволе. Вот это вот модернизация Т-55 омская 85-го года выпуска. Здесь получается, что в отличие от обычного Т-55-ки, здесь установили динамическую защиту и резиновые экраны по бортам. То есть получается так называемая комбинированная броня и динамическая защита. Вот. Так, это танк. А что-то их не по порядку поставили. Вот это 85-й, это 83-й танк. Т-55 тоже модернизирован. Тут даже видно, где усилен. То есть верхний лобовой лист усилен. И экраны на башне стоят. Вот. Еще их называют брови Брежнева. Потому что если вот так посмотреть, получается как будто брови. Вот. Это 83-го, насколько я помню, модернизация. Тоже омская. Вот так вот. Так. Вот это вот уже пошли 2,62-ки. 2,62-ки. Вот, казалось бы, похожи танки. Ну, кроме как, если сравнить вот этот вот с динамической защитой, вот эту 62-ку с динамической. Вроде одно и то же, но отличить их, в принципе, легко. К тому же на 55-ке стоит 100-миллиметровая пушка, а на 62-ке 115-миллиметровая. Ну, вот. И можно по эжектору отличить. Это вот такое вот утолщение на конце пушки. То есть на 55-ке, на 100-миллиметровой пушке Т-10 оно стоит на самом конце, а на 62-ке вот не на конце, а получается смещено ближе к центру. Еще если посмотреть, можно по каткам отличить. У 55-ки между первым и вторым большое расстояние, а у 62-ки расстояние чуть больше, наоборот, на задних катках, хотя и там 5 катков. Ну и башни еще, естественно, отличаются, потому что у 62-ки сзади есть лючок. Вот, сейчас покажу. На 55-ке нет. Есть лючок, чтобы выбрасывать. И донышко выбрасывать. Вот он. Вот он лючок. Вот. То есть здесь уже более современная башня, ближе, похожа на 72-шку. Вот он, Т-62М. Так. 83-85 года модификация 62-ки, тоже с динамической защитой. А вот это, а я не понял. Мама, на середину. Что за прикол? Что-то неправильно тут нарисовали. Это 62-ка, а написали 55М. Неправильно бирку поставили. Это 62-ка, они написали 55-ка. Вот даже похоже, они вон сравнить. Один в один. Вот он, лючок. Сверху на башне. Вот, видно. А вот 55-ка. Вот даже видно, башни отличаются. Здесь более такая зализанная вся. А вот 55-ка, там никаких лючков, ничего нет. Еще несколько тут. Вот это вот 55-ка.
ну, уже научились, да, определять по пушке и по гусеницам. Модернизированная. Вот. Тоже с бровями Брежнева. Дополнительная защита верхнего броневого листа и нижнего тоже. Ну, лазерные дальномеры у них у всех стоит. С 55-ки, 62-ки, они все с лазерным дальномером. На пушке он установлен. А рассказывают, что когда только появились эти танки, солдат там же в лазере используется искусственный рубин. Вот. Ну, короче, дембеля иногда их просто тырили перед увольнением. Ну, это 62-ка. Написано, что 62М. Так. Туча. Да, кстати, вот эти вот трубки, если кто не знает, это система туча называется, для постановки дымовых завес. Там пиропатрон установлен, который пх, и здесь такая гранатка, которая выстреливается, летит, падает и дымит. Это опять 55-ка с динамической защитой. И тоже с системой туча. О, вот это вообще очень интересная машина. Вот эти вот штуки. Это не ракеты никакие. Это система активной защиты. То есть не динамической защиты, как вот эти маленькие коробочки, принцип действия которых в них попадает кумулятивная струя. Коробочка. Там детонирует взрывчатое вещество. Там две пластины стоит в этих коробочках. И кумулятивная струя отклоняется, да? Это динамическая защита. А вот активная защита, то есть, когда снаряд или ракета как, подлетает, управляемая ракета к танку подлетает, вот из этих вот срабатывает, вот из этих вот штук навстречу ей вылетает, так сказать, другая ракета, снаряд. Вот. И сбивает ее. Это вообще 85-й, что ли, год. В 85-м году еще это использовали. Сейчас посмотрим. На Т-55, блин. Так, а тут неправильно. Это не Т-55, а. Что-то они все бирки опять поперепутали. Ну-ка. А вот. Вот от него стоит. Т-55АД. Принят на вооружение в 83-м году. Вот так вот. Стабилизатор, а где это? Управляемое вооружение «Бастион». Комплексом активной защиты, как же она называлась, не помню. Вот так вот. Вот 85-й год еще. И вот к ней такая вот система управления, которая очень сильно нагревается. К тому же. Вот. 83-й год. Это что, 93-й, 2003-й, 2000... 40 лет назад еще использовали. Так вот. Так, сейчас мы на этот Т-55АД поднимемся. То есть вот это вот вся бодяга. Это все относится к комплексу активной защиты. Это куча оборудования сверху. Прикол хотите? Вот это вот 80-ка стоит. Т-80. С газотурбинным двигателем. Вот. Сейчас обхожу, смотрю. И... Опачки. Для тех, кто не понял, что здесь происходит. А здесь не хватает одной штуки под названием титановая плита, которая сделана из титана. Вот она снята и, наверное, сдана куда-то. А стоит она просто овер дофига. Просто очень много. Вот так вот. Опа. А вот это 64-ка. Вот против... Вот это вот основной боевой танк украинской армии. Кстати. Его особенность в том, что у него двухтактный дизель стоит.
а не четырехтактный. Кстати, я там показывал, когда Т-62М с бровями Брежнева. Вон они стоят. Сейчас Т-62М массово снимают с хранения и отправляют туда. В СВО.